Солнце, да, очень солнце, солнечно. Так, ну что, мы рядом. Мы рядом, ребят. Честно говоря, не могу понять, почему горит. Ёпарас это. Так, ну что, мы уже рядом. Мы уже здесь. Фух, мы добрались до этого. О, боже мой, мне немножко стрёмно. Что-то не переживаю. Но походу что-то сейчас будет серьезно. 90 метров. Я чтоб еще сверху ее Так, а это... Так, поставили туда. О, блин. Блин, я что-то Дениска. This sits well. Yes. Камни окей. Справа должен быть красиво. Справа будет пусто. О май гад. Дениска. Это такое изменение. А, там ноги по-другому. Там же ноги по-другому. Почему так же? Нет. Там ноги вниз. И там летит быстрее. Да не может быть. Да точно. И мы в прошлый раз туда ходили. 100%. Там ноги по-другому. Вы что? Вот такая со стороны. Но здесь пробили. Тоже будет топово. Там типа самый хард. Я боюсь уже этот хард. Так, ну что, давайте уже нас поднимайте. Свободное падение. Ощутить своим телом. Нутром. Че, а чего мы не пошли туда, блин? Нельзя. Можем еще пойти туда. Надо будет пойти, потом на самый пик. Фух, если переживем, конечно, это первое падение. Все. Так, ну что, поехали. Нормально, пацаны, нормально. Все хорошо. Потихонечку просто поднимаемся вверх. Просто вверх. А вверх-то высоко ехать еще. О-о-о! Привет всем. А очень высоко-то будем ехать. Еще выше. Бьютифульно, бьютифульно. Ух ты, ёпа! Ты смотри, что долго? Это не было. Бля! Дениса голос уже поменялся. Да, хорошо, здесь хорошо. Так, ну что, одной рукой надо камеру держать. На всякий случай. Ой, пацаны, что-то как-то высоко мы сидим. Но вообще тут красиво. О, камера приехала, привет. Не надо. Ой, сейчас как резко вниз рванет, пацаны. Вот это самое страшное. Ёпа. А, бля, я забил. Бля. Видишь, по-другому здесь. Здесь кресла другие, типа. Блин, вот сюда надо будет еще раз прийти. Давай фотки посмотрим. Меня перекосило камеру, блин. Это не самый эпик. Самый эпик надо, когда напускать.